Группа «Фрукты». Это, кстати, была группа «Фрукты». А, ну, мало ли вдруг, кто-то впервые включил передачу. Если вы не знаете, что подарить любимому мужчине на 23 февраля, подарите ему билеты на концерт группы «Фрукты» в клубе «Вольта». Тем самым вы сделаете подарок не только ему, но и себе. Ребята исполнят песни, которые они написали совместно со Стингом, Рианой, Куртом Кобейном, Майклом Джексоном, Аркадием Укупником. Подарить билеты на концерт группы «Фрукты» можно только тем мужчинам, которых вы по-настоящему любите.